Всем привет! Вы на канале Pro Hackintosh, и в этом ролике мы поговорим о новых функциях Clover конфигуратора. Его заметно обновили. Пройдемся по его изменениям. В SPI все осталось как было. В boot здесь теперь можно. То есть раньше ставили галочки. Теперь нажимаем на плюсик. И пишем аргумент. Если хотите выбрать любой аргумент, нажимаем просто правой кнопкой мыши и пишем все аргументы, которые нужны для вашей системы. Аргументы для Lilu, вот Lilu Beta, Lilu Force, то есть все здесь для графики. Так, далее. Здесь все как было. Здесь появилась строка такая, Time Zone, то есть часовой пояс. Но я пока не знаю, для чего она, и я не разбирался. Графика, графика. Ну, здесь все стандартно. System Parameters тоже. Здесь появилась новая функция. Называется она Clover Clone. Об этом мы поговорим в следующем ролике. Изменилось меню Install Drivers. Ну и в целом все. Версия Clover конфигуратора 5.4.1.1 скачать можно на официальном сайте проекта. Сейчас она является последней версией. Поддерживается операционная система 10.8 и выше. На данном компьютере установлено macOS Mojave 10.14.3 с последними обновлениями. 25 марта первая презентация компании Apple в 2019 году. На ней покажут новый iPad, iPad mini 5, AirPods 2 возможно, а также в день презентации, либо после нее, мы увидим новое обновление операционных систем, то есть macOS 10.14.4, iOS 12.2, watchOS 5.2, tvOS 12.2. Вот такой информационный ролик. Если понравился данный ролик, ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, пишем комментарии. Вы были на канале Pro Hackintosh. До встречи в следующих видео.